Фан-клубы казахстанского певца Димаша Кудайбергенова появляются в разных уголках мира. Всемирную известность он получил после участия в конкурсе «I'm a Singer» на хунаньском телевидении, где занял второе место. Самые активные поклонники Димаша в Алматы и Астане. Фанатам из Астаны пришлось переименовать свой клуб в «Евразийский». Его членами становятся жители разных стран – Китая, Франции, Германии, России, Украины. Недавно они приняли в свои ряды необычную поклонницу из США, которая по следам своего кумира приехала в Казахстан и посетила Экспо. Его называют золотым мальчиком, принцем, жемчужиной и даже новой религии. Уникальный голос Димаша Кудайбергена с широким диапазоном, который звучит на разных языках, восхищает и не дает покоя миллионам поклонникам по всему миру. Не хочу уходить со сцены. Здесь собрались мои земляки, друзья, зарубежные гости. На Экспо в Астану, где выступал Димаш, приехали тысячи фанатов из Китая, Японии, Германии, Франции и других стран. Многие прибыли по зову своего кумира, который пригласил весь мир посетить его родину. Среди них и поклонница из США, Патрис Брулион. Никогда ранее она не состояла в фан-клубах и не путешествовала за полюбившимся артистом. А теперь ради Димаша готова на безумство. My reason for coming here is first is to see this beautiful culture of Димаш that he loves so much. Причина моего визита, во-первых, увидеть эту красивую культуру, которую Димаш так любит. Он величественный представитель вашей страны. Он патриот. Он лучшее, что есть в Казахстане и во всем мире. But the best of the world. Американку, которая сейчас активно изучает казахский язык и культуру, евразийская фан-группа приняла тепло. Клуб объединил людей разных возрастов, профессий и национальности. Они активно публикуют посты, переводят с казахского песни Димаша на другие языки, собирают публикации. Заказывают значки, майки с изображением кумира, а также делятся последними новостями в соцсетях и при встречах за чашкой кофе. Он в Китае, мы слышали китайские источники, тоже в Вейбо, в Инстаграме у китайских фан-клубов. Стараемся всегда смотреть прямые трансляции с его выступлений, где бы он ни был. Он очень относится с уважением ко всем своим фанатам. Но в то же время очень такой скромный. Это, наверное, восхищает его. Димашу 23. Он победитель многих международных конкурсов. Но невероятную популярность получил в Китае после участия в шоу «I'm a Singer». А дальше по нарастающей. Завоевал китайский Грэмми и звание «Самый популярный певец в Азии». Фанаты надеются, что Димаш станет самым красивым мужчиной в мире в этом году и лучшим певцом по версии «World Foremost». И призывают своих подписчиков отдать свой голос за кумира. Нашу идею подхватили американские, европейские фан-клубы. Так что мы рады сотрудничеству в этой области и надеемся, что наш кумир будет лидировать во всех номинациях. Сейчас фанаты с нетерпением ждут сольный альбом Димаша. Они уверены, армия его поклонников будет только расти. Скажем вместе, скажем дружно, твой альбом нам очень нужен. Ты победа, ты успех, во всем мире лучше всех! Саида Жаркинова, Али Мухтаров, CGTN, Астана.